Продолжаем наш выпуск. В Некрасовском стартовал интересный проект Ярославского дворца молодежи. Большой десант творческих неформалов отправился в турне по Ярославской области, чтобы сделать жизнь тинейджеров позитивнее и ярче. На необычных мастер-классах побывала наша съемочная группа. Этот щекочущий нервы трюк – не выступление цирковых акробатов, а один из четырех мастер-классов, которые привезли в Некрасовское ярославцы. То, что вы видите – воркаут, экстремальный уличный спорт, объединяющий разные виды силовых упражнений на турнике и брусьях. Чтобы приручить перекладину, требуются часы, месяцы и годы изнурительных тренировок. У такого трудоемкого хобби немного поклонников, но это работа для настоящих мужчин. Конечно, ярославские турникмены – мастера своего дела, но и наши ребята не лыком шиты. Они, в свою очередь, удивили ярославцев хорошей физической формой и достойным уровнем силовой подготовки. Половину элементов я знаю, мои друзья. Мы занимаемся этим. Ходим в качалку, в Некрасовскую. Так-то очень мастер-класс нам помог очень сильно. Хочу, чтобы эти вот ребята еще раз к нам приехали. Респект за спорт. Площадкой для проведения трех других мастер-классов стал районный дом культуры. Здесь собрались не только ребята, живущие в райцентре, но и старшеклассники из поселка Бурмакино. Наряду с одним из самых зрелищных и популярных видов хип-хопа – брейк-дансом, заниматься которым под руководством профессиональных инструкторов у нас готовы не только юноши, но и девушки, ребята проявили большой интерес к мастер-классу, который давали ярославские рэперы. Искусство музыкального речитатива покоряется не всем, здесь не нужна физическая сила, но чтобы накачать мозги, попотеть придется не меньше. А чтобы новички поверили в свои силы, мы попросили одного из мастеров сочинить экспромт на злобу дня. Здесь на камеру я рад зачитать, дядя, ты в очках стоит, ты меня снимай. Тетя, здравствуй, я рад тебе, ты такая классная, тетя с ручкой, да запиши меня в блокнот, или давай с тобой на разворот. А я приехал на автобусе, залип на часок, но как на глобусе хожу по этому шару, я своими ногами соображаю, я фристайл, давай снимай, только сохрани ты файли, потом я посмотрю, как я зачитал, Неожиданно большую аудиторию слушателей собрал и битбоксинг, игра на губах, искусство имитации ритмов и мелодий при помощи голоса и артикуляции. Выступление человека-оркестра так понравилось ребятам на фестивале дворовой культуры, что они тоже решили овладеть техникой пятого элемента хип-хопа. И так далее. Не секрет, что далеко не вся молодежь стремится заниматься какой-либо деятельностью в контексте общественной работы. И тем важнее выстроить этот мост для взаимодействия с неформальными объединениями молодых, привлечь ребят к развивающему творчеству. Круг интересов, свой круг друзей, там своя тусовка там на 200, грубо говоря, человек. Вот он среди 200 человек сам себя реализовал, и ему уже по кайфу. Он что-то сделал, и за что ему не стыдно. То есть вот как раз вот наша эта задача именно стимулировать то, за что не было бы стыдно. Ну, естественно, там, в правильном русле. Уникальные мастер-классы были организованы благодаря продуктивному сотрудничеству с ярославцами нашего молодежного центра «Импульс» и районного комитета по делам молодежи. У людей, да, работающих здесь, есть и желание, и всячески обеспечить подобный процесс. Люди, которые за идею, то есть они стараются не ради там денег, а реально, чтобы прокачать, да, там, на молодежном сленге прокачать движуху, чтобы было больше народу, чтобы была классная туса, чтобы было прикольно там собираться всем вместе, ну и вот общая атмосфера, да, позитивная должна быть. По замыслу организаторов проекта, обучение ребят, заинтересовавшихся разными направлениями творчества, будет продолжено, чтобы в будущем они сами стали организаторами и вдохновителями неформальных объединений на местах.